Салам алейкум, да. Тут, значит, НАТО сказали, что российские юмористы якобы со своими искрометными шутками, блистательными пародиями являются угрозой для НАТО. Я официально заявляю, это полная провокация, и я это дело так не оставлю, я дойду до самого главного. Не нужно никуда идти, я тоже считаю, что это полный бред, и обещаю, что я сам дойду до самого главного. Господа юмористы, успокойтесь, я сам пришел, потому что я здесь сам дойду до главного.